Просмотрев данный видео ролика, хочу позвать вам канал Блэдшоу. На канале данного парнишки вы найдете видео про Minecraft Bucket Edition. Также для канала был открыт совершенно недавно, поэтому на канале 129 подписчиков и всего лишь 3 видео. Но как сообщил автор, если у него будет много подписчиков, то у него будет много видео. Поэтому ставьте ему лайки и подписывайтесь на канал. Ну а ссылка на данный канал будет в описании. Всем хай! С вами Стив Про. И сегодня, друзья, я вам покажу очень классные шейдеры для Майнкрафта Pocket Edition. Собственно, данные шейдеры выпустила группа, сообщество. Она очень крупная, и, собственно, их шейдеры самые классные, но в этот раз они решили их оптимизировать, и оптимизация прошла довольно удачно. Что, друзья, специально для вас я перенес эти шейдеры на версию 0.17.0. А до этого они устанавливались только на 16.2. Но произошел один баг, вода теперь не отображается, но все остальное работает, как и работало раньше. Что ж, во-первых, мы видим динамическую тень, которая при передвижении также движется вместе с нами. Собственно, друзья, как видите, потихонечку версия Майнкрафта, точнее шейдеры, переходит на ПК. То есть они становятся похожими на компьютерную версию. Вот такая прозрачная вода. И, собственно, друзья, к сожалению, воды вот такой, собственно, красивой нет. Листва, и также там же есть тень. Что ж, давайте посмотрим на освещение. Оно такое же красивое. Вот, друзья, и, собственно, наша тень при освещении пропадает. Да, друзья, это очень классно. Собственно, обратим внимание на лаву. Какая же у нас здесь лава? Вот такая яркая, довольно красивая лава. К сожалению, ни листва, ни вода, ни лава здесь не шевелится. Что, давайте попробуем совместить все эти. Ну, как видите, вода и вправду прозрачная, ее практически не видно, что довольно плохо. Ну, а так-то шейдеры, друзья, очень классные. Ну, конечно, если вы играете на 0.16.2, установите и посмотрите, что они там будут еще красивее. Но вот эта тень меня просто удивляет, и она и вправду очень классная. Такая динамическая и, друзья, просто суперская, четкая тень. К сожалению, небо было изменено, конечно, точнее, я имел в виду, к сожалению, не было изменено солнце, не была изменена луна, но небо стало вот таким более голубым, что ли. Ну, красивое небо, друзья. Ну и, собственно, сама графика Майнкрафта тоже стала красивее. Собственно, данные шейдеры вы можете скачать, перейдя в описание под данным видеороликом. Ну, а так, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Собственно, до скорых встреч!